конечном итоге, когда поднимается вопрос о том, что та или иная литература, в том числе русская, кому-то кажется провинциальной, которая рассуждает исключительно о своих собственных каких-то провинциальных проблемах, это является важной и ключевой ошибкой, потому что всякая великая литература, по сути своей, провинциальна. Конечно, но я ощущаю себя в первую очередь русским писателем, послом из России, который готов нести ответственность за очень многие-многие вещи. И они как-то это сразу тоже выкупают, потому что когда я появляюсь, они, вот если чем-то что-то мне нравится, вот там с 2005 года так это сразу и началось, и так это и продолжается. Они говорят: а вот, Захар, расскажи-ка нам, почему вот там ты наделали. И я поначалу-то пугался, говорил: ребята, я просто вот приехал, книгу вот написал, я готов про нее говорить. Нет, вот там вот у вас, типа, вот тут обвалилось, а там у вас вот там вода протекла, и что же вы вот про это скажете? И я потом как бы смирился с этим и стал говорить: да, вот у нас протекло, я объясню вам, почему. Вот эта психологическая вовлеченность, вот эта эмпатия по отношению к русскому человеку, к русской книге и к русским событиям, она просто поразительна. Во многом не освоено еще к тому же пространство. На самом деле там необычайные залежи. Гайто Газданов. Если угодно, Тихий Дон, Шолохов. Мы носители определенных кодов, да, давайте вот так это назовем, банальным образом набившим оскомин, но мы действительно их носители, да, и мы продолжаем их так или иначе воспроизводить, да, это любопытный процесс.